скажу, приятно тебе, когда вокруг так пахнет гнильем, скажи, все мы себе, что мы захламляем то, в чем живем, пойми, каждый прожитый день нельзя превращать в глупый азарт. Возьми в оборот свою лень, до урны дойди, подними же свой зад. Сюда не приземляются птицы. Здравствуйте, дамы и господа. Всем привет. Хотим показать вам дорогу от нашего дома. Вот такая вот она. Дождей еще не было как таковых, это еще очень гладкая, сухая, хорошая дорога. Можно сказать, нас пока природа балует, милует, потому что весна уже, видите, середина. Здесь хотя бы можно как-то проплыть. Слово проехать здесь не подходит. Вот такая. Вот, кстати, стабилизация камер спасает, конечно, ситуации, потому что тут вытряхнешь из себя все, что можно на такой дороге. Хочу заметить, что с 2016 года мы пишем по этой дороге письма в администрацию, просим ее отремонтировать, как-то сделать, может, подсыпать, заасфальтировать, это уже если в мечтах где-то далеко. По этой дороге полдеревни ходила, ну, сейчас не ходит, но вообще ходит в школу. Здесь эта дорога как раз ведет, соединяет одну часть деревни. Здесь начинается одностороннее движение, видите, три полосы, можно на выбор, в зависимости от возможности автомобиля. Ну, впереди, мне кажется, вот эта вот, которая прямо, это вот только если трактор. Вот здесь тоже. Здесь вот, да, тоже вариации вот есть тракторные. Пропрыгать по плитам, но только на высокой машине. И очень осторожно, Саша. У меня прямо все время страх берет. Плиты это со времен колхоза еще здесь лежат, поэтому здесь вот более-менее хотя бы можно хоть как-то пробраться. Вот. Два других варианта той же самой трассы, они, ну, сверхэкстремальны. Не каждый на это способен. Вот, ждем, когда вот здесь мостик этот, да, упадет, окончательно провалится, всю эту дорогу смоет. Бобры там старались, помогали, ремонтировали, подремонтировали этот большой мощный слив. А вот здесь, видите, как тут прямо вот она, ямище гигантское. Вот такое тут приключение. Бобры занимаются ремонтом дороги гораздо более качественно. То есть они не дают всему этому пруду уйти и смыть дорогу по весне, паводки. Поэтому спасибо им большое. Больше благодарить за эту дорогу некого. Ну и не надо, наверное, говорить о том, что с 2016 года нам обещают каждый год ремонт. Обязательно будет в 2017, в 2018, в 2019. Какой сейчас год-то, я забыла уже даже. 20. Правда? Ну я думаю, что в 2025 можно снимать. Тут точно такое же видео будет. Зато деревни, в которых 3 человека прописаны. В этом же районе, в Александровске, нет, это вообще Андреевское поселение, да, в этом же поселении, там благополучно делают дороги, отсыпают или даже делают асфальтные и какие угодно, понимаете, а мы вот как-то проклятый народ, видимо, не сказать, что не обращаемся по этой дороге, обращаемся постоянно, но может быть потому, что мы одни, и поэтому там, может быть, там 5, а там все трое обратились. Ну, что выехали, так, показать вам обстановочку по поводу как раз мусора, ну, состояние помоев наших. Состояние импровизированных помоек. Впечатлил один пейзаж, если недавно я заметил, еще снежок лежал. Я вам покажу, насколько простой народ у нас. Может пока прерваться. Вот, смотрите, да, вот просто есть съезд. Съезд есть в сторону леса. Кто-то прям заехал в чем-то там на машине, не знаю, с прицепом, на телеге, и просто выбросил кучу мусора. Я думаю, что просто приехал даже его забрать эти бревнышки. Ну и дабы лишнюю не жечь, бензин, солярку там чего. Ну, вот тут же в этом же месте мусор скинул. Да, и загрузил тут несколько бревен, да и поехал обратно. Ну, короче, что могли, отдали природе, что могли, забрали у природы. Молодцы. Равнозначная премия. Ну и в поле не поедем, там вот так ровным слоем все поле. Но это ладно, это уже как бы старое еще, со времен совхоза, место, куда все мусор выкидывали. Но вот это вот меня вообще поражает. Мало вот таких двух мест, сейчас второе место еще покажем. Так вот вам еще новое местечко, пожалуйста. На, пока. Ой, не видел этого. Это уже прямо на территории, можно сказать, деревни.
Вот видишь? Я хочу сфоткать тоже снова на телефон, Саша. Вон, пакетик тут еще на обочине. Ну, мешочек-то это нормально так вот ставят, мешочки с мусором. Я не знаю, на что рассчитывают. Вот кто туда вот сбрасывает, скажите? Туда проехать даже проблематично. Явно мусор не пищевой, короче. Вот мы подъезжаем еще к одной помоечке. Так, в окрестностях села Годунова она находится. У Плечистина. Вот, знаете, как, смотрите, здесь был песчаный карьер, я так понимаю, в каком-то году, давненько уже. Вот. Ну и определили его местные жители под место сбора мусора. Ну и ладно, вроде бы, да, и прекрасно. Определили хотя бы это одно место и сюда возили бы. Ну, так нет, вот вы видите, что и в поле можно выбросить тележку, и, грубо говоря, во враг, вот как вы видели. Вот сюда ехать, в принципе, так же, как в ту сторону, что мы показали, в поле выбросили, да? Но нет, выбросили в поле, но не сюда. Да и сюда-то, вот, по большому счету, да, кто вот обязан вот это все в контейнеры грузить? Вряд ли это вот управляющая организация, кто занимается вывозом мусора, должна это делать, да? Но будем надеяться, что будет делать. Поэтому я говорю, что стоимость вывоза вот этого мусора не такая уж и большая, как все кричат. Потому как, если бы вы просто это в контейнер все кидали, это одна стоимость. А если вот так и за вами убрать, это совершенно другая стоимость. Ну и опять-таки, ладно, хотя бы сюда бы, в одно место. Нет, по всем полям в окрестностях, по всем оврагам. Вот так, ребята. Это очень прискорбно, это печально. И как это изменится, и как это изменить, это вообще непонятно. Так, ну вот, и надеюсь, вам видно, это контейнеры, два контейнера, которые стоят в Годунова. Да, тут есть, конечно, проблемка в том плане, что разлетаются пакеты из них. Ими прям усыпано все, вся поверхность земли вокруг. Но надеюсь, что сделают контейнерную площадку и решат этот вопрос. Но, по крайней мере, они есть, они регулярно вывозятся, и есть возможность выбросить мусор у местных жителей. Но почему-то предпочитают выбрасывать мусор так же в поля, как и ранее. Наши любимые объекты в этой деревне. По колодцам написали, все это дело жаловались, сами палки вставляли. Но они как есть на тех же самых местах, так и есть. Ничего не сделано, в общем-то. Кто нам в этом смысле помощи оказать не в состоянии. Здесь любители финской. Бутылок 8, наверное, финской. Опять колючка, кто-то не говорит. Такой эпицентр водочных бутылок. С чего бы ты вдруг? Я всегда знала, что нормальные у нас... Нормальные же люди у себя срать не будут в деревне, да? Наверное, инопланетяне прилетели и накидали. Я всегда знала, что здесь эпицентр всего сверхъестественного. Да. Здесь тоже бутылка, Сань. Вот тут расколоченная. Видишь? Ты в перчатках же? Да. А ты в ней с резиновой не одел? Почему не резиновая? А, ну еще, видите, тонкие. Зачем? Ну, коронавирус, конечно, чего же я еще боюсь. Здесь люди, кстати, абсолютно дезинфицированы четко, те, которые бросают эти бутылки. Там не то, что коронавирус, там, по-моему, даже вши бы сбежали. Да, было вообще разды. Там всего лишь цирроз печени грозит. Вот таким образом запрудили себе пруд бобры. Такая прям стеночка создана. Смотрите. И двумя ручейками. Вот там ручеек вдали. Вот отсюда. И регулируется уровень пруда. Уплывает в старое еще совхозного, колхозного времени кольцо под дорогой. Все размыло, все сломалось. Но бобры, они свое дело точно знают. Такую стенку создали. И вы представляете, она выдерживает любые потоки. Ни разу здесь еще ничего не прорвало. В отличие от пруда, который у нашего дома, который с помощью техники и бетона никак не могли построить в правильном ключе. Поэтому у нас весь пруд ушел. А здесь все держится. Природа.
и человек. Срущу везде. Вот мои золотые, как четко сработано, смотрите. Прямо аж полосочки от зубок видно, видите? Что бросают? Вот этот мусор. Зачем такой целый пакет, да, с мусором бросили? Да, лапки могут это все съесть. Потом что с ними будет? Мереть. Смотри, как целый, с апельсинчиками. Ага. Да, ну... Картошечка. Так, а мы за зиму, помнишь, сколько мешков вот с этой канавы вытащили? С мусором прямо кого-то нашли, свалку. Сволочи, контейнер поставили для дебилов, уродов, козлов, вонючих. Саш, ну как раз вот для ребенка это то, что надо вот прям. Цыпушки можно. Очень хорошо. О, смотри. Вода, да? Угу. Ой-ой-ой. Слушай, он хороший. Да? Да? Прекрасно. Медок, горчичка, да? Молодцы. Пошли, Кузя. Потом это все того, переработали. Приведем это все на переработку, а? Сделаем что-то полезное. Вот, смотри. Здесь прям пир горой был, да, видимо? Помоечку, видишь, молодцы. Смотрите, какой. Ну вот, смотри, вон там мешок валяется с мусором. Вон мешок. И это при условии, что мы каждый год здесь собираем. Это я вытащила зайка, на дорогу бросила, чтобы папа подобрал. И вот любители финской, видишь, в принципе. Пользуясь случаем, можешь ему передать привет. Да, молодцы, ребят. Продолжайте. Чтобы дети ваши в этом говне росли. И вот видя вот это вот говно, как вы относитесь к этому мусору, так же они будут относиться. То есть это бесперспективная ситуация просто. Ищем пакет с мусором, смотрите. Винцо. Ой, какое-то. Отдыхала, смотри. Винцо видишь, какое-то. Это тоже проблема с мусором. Дорогое вино, они тоже выкидывают. Вот я думаю, люди сюда пешком пришли вот это вот все пить и есть, чтобы никак прям нельзя было забрать с собой. Да нет, почему же? Из машины бросили, наверное. Но смысл из машины-то бросать? Ну, не знаю, вот так. Ну, в машине, машина же, это ведь, это же святое. Там даже окурки нельзя хранить в пепельнице. Их надо обязательно на улицу выкидывать. А ты хочешь, о, что-то... порнушный диск, слушай, круто. Порнушный, да? О, да. Прикольно? Да. А диск не оставили, зараза. Он стерся до дыр, судя по всему. Руками, да? Почему-то все считают, что их ответственность заканчивается их личным двором. Зона ответственности. А вот это все, это абсолютно позволительно ежегодно здесь устраивать заново. Год от года, каждый раз. Ну, давай, я сейчас чисто вот здесь вот покидаю, вот с одного кусочка вот этой. Скажи, легко ли тебе ходить по усыпанной глади дорог? Скажи, зачем таким быть, царить, создавая грязный поток, а с ним рядом бегут заражения. Тлен, стыд и срам, пойми, ты вовсе не крут, бросая на землю оставшийся хлам. Сюда не приземляются птицы, пора бы остановиться, ничто не может случиться, и все фигня. Давай меняй свои мысли и отношение к жизни, чтоб город был просто чище. Начни с себя. Начни с себя. Ч
что там говорите? Раздельный сбор мусора? Ну, научить бы хотя бы в одно место кидать бы, правильное. Вот, смотри. С одного пятачка. Здесь чисто рыбку ловят люди. Ох, люди, люди. Разве мусор так загрязнять? Понят мусор. Вот, мы мешок мусор набрали. Колючки отцепить от тебя. Ох, блядь. Ну вот, в общем, ничего никто не сделал. Я отсюда вижу палку, которую мы ставили в колодец в прошлом году. Ее 5 раз приходили смотреть. Но вот она не там. Вот. Поэтому мы сейчас очень осторожны, потому что вот по таким застилам ты, откровенно говоря, не видишь, есть колодец или нет. Ну, сейчас увидите. Вот палка обмотана белым скотчем. Это как раз место, где колодец. Вот он. Вот он. Мы специально метили. Вот смотрите, там снег, видите, еще лежит. Короче, он 2 метра, наверное, с лишним даже может быть. Этот колодец. Куда ухнуть, это... Ну, это прикольно, короче. Мы показывали. Вот, кстати, от дороги он буквально... Вот дорога. Дети или какая-то мелкая скотинка побежит. Ну, до свидания, в общем. 2 метра, шансов 0. Вот там есть такое же дерево, тоже обмотано таким же скотчем. И вот еще одно. Чтобы все на местах. Но приезжали, смотрели, покивали головой. Что-то там даже, может быть, каких-то 2 предложения сказали. Вот. Ну и все на этом. Так все это осталось. Да реально беды или до чего хотят довести, ну просто не понимаю. Как бы засыпать их или как-то ликвидировать, не сверхзадача. То же самое, видите, снег. Вот. Тоже очень глубокий, классный колодец. Вот ветку мы воткнули, но дабы, чтобы показать, где это может быть. Когда, особенно когда все это зеленится, тут заколосеет. Повыше головы условно трава, и не найдешь уже потом ничего. Да и страшно искать, если честно. Ну вот, поэтому воткнули эти пути. Но никто ничего не сделал. Наша дочь знает, что ходить нельзя ни в коем случае сюда. И что здесь от дороги совсем близко существуют такие колодцы. Вот еще один колодец, он закрыт. Кольцо выше уровня земли. Ну и хотя бы понятно, что здесь что-то. Это, конечно, не защитит от того, что туда влезли дети. Но это хотя бы более-менее понятно, что тут здесь какой-то есть объект. Мягко говоря, не слишком безопасный. А вот эти вот колодцы совершенно на уровне земли. И, в общем, ничего не предвещает беды. В них можно попасть очень легко. Вот мои ушли в ту сторону убирать мусор дальше. В другую сторону от дома, уже от нашего, в сторону церкви, потому что здесь наш ребенок ходит, играет, гуляет, сами мы ездим. И очень неприятно смотреть, когда на обочине постоянно горы, горища мусора всякого. В мире столько прекрасного, столько восхитительного. Не ценить это, засирать это постоянно, это тоже говорит о многом. Это тюльпан, скорее всего, или какой-то луковичный, выросла абсолютно на помойке. Так и в жизни. Как вырастить из своего ребенка цветочек маленький, когда вокруг просто кучи совершенно непотребного шлака. Это загадка. Вот с прудика Сашка собрал мешочек тоже мусора. О, кротовьи кучи. Кладезь отличной земли. Низовой, без семян, без сорняков, для того, чтобы сажать рассаду. Но мы с вами не об этом. Вот такой улов. Ну что, потащили потихоньку? Факир возвращается. Смотрите, он пока еще с бровями.
Сейчас будем делать фаер-шоу, как на концертах Рамштайн. Давай, давай. Вы целы? А что со мной будет? Ну, обычно после таких мероприятий бывает, что отсутствие бровей и ресниц наблюдается. Ну, я аккуратно. И ворса на руках. Все в порядке. Ну, хорошо. Спасибо за беспокойство. Чудесно. Я, как всегда, готова оттащить. Я готова оттащить и затоптать. Только свистнуть. С мотоконы вынули, потому что они сотахнулись пылью, потому что из-за вот этого метеорита. Ага, метеорит тоже мусор, да? Да. Прилетел на мусор, и драконы все задохнулись, да, твои динозавры? Да. Ужас какой. И погибли, и стали костями. Задохнулись, о, пылью, и вымерли. И теперь остались от них одни косточки от базара. И нам теперь нужно все убирать, да, землю, чтобы мы тоже не задохнулись, да не вымерли, да? Все правильно, мои сладкие, абсолютно верно. Не осталось ни одних косточек. Да.